Всем привет, с вами мистер Чизер, и вы смотрите мой Just Play канал. И сегодня мы продолжаем проходить игрушку под названием Shaun White Skateboarding, и это уже, можно сказать, наверное, предпоследняя или последняя серия, посмотрим. То есть мы уже приближаемся к логическому ее концу. Вот уже скоро спасем Шона Уайта, и будет вообще ништяк. А вот тюремный район. Мы типа здесь, да? Ну, здесь вот это вот самое основное вот это место, где мы будем сейчас колесить. Ну, давайте. Так, у нас сейчас, кстати, такое вот место трудное довольно. Так что не нужно отвлекаться. Ни на секунду. Ну, блин! Что это было? Как ты так помер? А, ну вроде нормально. Да, мы прошли дальше, нормально. И сюда. Так, вот мы попали в место, где держит Шона. Это уже настоящая, не кукла. И не хватает опять музыки. Так, сейчас будет самое такое вот, одно из самых трудных, один из самых трудных моментов в игре. Так что расслабляться не стоит. Так, Шон потихоньку опускается. Мы его будем потихоньку, так сказать, опускать вниз. Здесь вот такой вот прикольный момент с волрайдом. Опять волрайд. Нужно... Тут нам будет часто пользоваться этим спасательным формированием. Трансфер. Который почему-то с первого раза сработал. И я не попал на эту хрень. Поэтому сохраняемся. А, нельзя сохраняться. Ладно, будем сохраняться только... в таких, так сказать, чекпоинтах. И поехали. Уже сюда. Отключаем это питание. Опускаем Шона ниже. И кажется, нужно еще одна. Еще один заряд, так сказать, чтобы его опустить до самого низа. Бля, так вообще трансфер с первого раза проходит. Вообще класс. Какие лисы красивые. Что это было? Почему ты не сделал волрайд? Это интересный вопрос. Теперь все нормально. Такой вот опасный типа момент. Опасный. Вот мы сюда пришли. Тут есть рейл, который мы сюда цепляемся и едем дальше. Давай, техи должно хватить. Едем дальше по рейлу, так сказать. А вот здесь надо срочно вниз, чтобы отключить эту хрень. Здесь уже срочно вверх. И опять же срочно вниз. И опять вниз. И все. И вот, кажется, завершающий этап его освобождения. Сейчас глянем. Да. Все, нам теперь нужно только до него добраться. Итак, последний, так сказать, момент. Ш
Шон, привет! Я пришел освободить тебя. В зеленой кофте, такой крутой. Нет, я немножко выше. Ну ладно, про канала. Привет, Шон. Драпаем. Да, оригинально, они нас поймали. Сейчас мы будем играть, собственно, нашим персонажем и Шоном Уайтом. Не одновременно, то есть, как бы время в игре будет происходить одновременно, но мы будем совсем в разных местах. Да. Так, выполнено, все хорошо. Уничтожьте кабинет с помощью Шона. Погнали! Теперь нам нужно только, так сказать, собирать третий уровень флоу за 5 минут. В принципе, это не трудно, потому что у нас не будет... Что? Не, в принципе, я не понял немножко. Как немножко? Я вообще не понял, что произошло. Разгоняйся. Погнали. Так. Вроде нормально все. Теперь главное не тупить. Это финальное задание, так сказать. Попробую его пройти сразу. То есть, ну, с первого раза. По крайней мере, попробую. Так, второй уровень флоу накопили. Едем дальше. Может, третий. Ну, мы пока что катимся туда, куда надо. Так, нормально. Есть, третий уровень флоу есть. Идем преображать здание. Давай. Блин, да нет. Вы сдурели. Нужно опять туда. Да что это за приколы? Из-за дамы. Что это за приколы? А я думал, нужно только его собрать, и потом можно будет рядом со зданием прыгнуть, и типа, все окей. Видимо, нет. Видимо, нам нужно именно проехаться по билборду или там по зданию, как-то именно сверху. Сохранились, это хорошо. Так, тут мы немножко возьмем другой маршрут. Нет, немножко не такой. Ну что это такое? Я так не успею. Надо было по тому же ехать маршруту. Вот я туплю. Сейчас буду переигрывать еще это место. А ну стоп. По крайней мере, вот эту вот последнюю миссию я переигрывал только Шоном. Своим персонажем у меня получилось как-то с первого раза все сделать. Не знаю уж как. Но вот здесь есть место, чтобы забраться. Это хорошо. Тормоз. Поехали. Давай. И дальше едем. Тут, наверное, надо поменять. Да, нужно нам туда, вот, наверх. Давай. Ха-ха. Получилось. Немножко потупили, но, в принципе, получилось. Ой, мы летим сейчас в здание прям. И тем временем... Флоу третьего уровня позволит тебе преобразить бюро нравов.
является тем же на площади послушания. Да, кстати, рыжие волосы тебе очень идут. Да ладно, это уж его природный цвет, ребят. Сейчас начнется самое трудное. Потому что там вот эти вот блокираторы флоу стоят, которые еще будут забирать у нас флоу. То тем оно и все усложняется, это задание. Потому что нам, по сути, нужно сначала блокираторы вынести, а потом флоу копить. Ну, думаю, я успею. За 4 минуты там. По крайней мере, постараюсь. Очень постараюсь. Прям очень постараюсь. Давай. Давай. Нет. Какого чёрта? Что это за хрень была? Ненавижу эту хрень. Последнее задание вот за Шона дебильное. Давай, нам тут сильно разгон большой не нужен. Нужно третий уровень флоу накопить только. Ну блин, забрала почти все. О, что-то уничтожили. И у нас все забрали. Ну блин. Что за лажа? Поехали. Вот это зачем было? Это скотина у нас все флоу забрало. Давай. Шон, у тебя самая ответственная миссия. Вынести всю эту хрень. Так. Надо как-то тут сделать это. То есть насобирать флоу третьего уровня. Попытаемся сделать это, прокатившись чуть-чуть назад. Вот так вот попробуем сделать это все. Если проканает, то будет классно. Ого, класс. 30 секунд, давай. Шон, давай, вся надежда на тебя. Только ты можешь это сделать. Кроме тебя больше некому. Моему персонажу просто сюда не добраться. Давай, 15 секунд, ну. Не будь соплей. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Е-ха-ха! На последних секундах, ребят. Просто круто. Тютелька в тютельку все сделал. Прям как и надо было. Фу! Класс. Божественно. Надеюсь, тут не будет рассинхрона звука и видео.
А то это будет вообще мощнейший фейл. Вот и все. Игра пройдена. Поздравляю. С помощью программки Open Broadcaster Software я прошел эту игру намного быстрее, чем ожидал. Если бы я записывал все фрапсом, потом рендерил, у меня бы ушла куча времени. Потому что на рендер хотя бы одной серии, которая примерно идет 20 минут, уходило бы, ну, примерно минут 50-1:20. Вот где-то так. Ну вот и все. Какие итоги можно подвести по этой игре? В принципе, эта игра тянет на такую восьмерочку. Даже восьмерочку с плюсом. То есть 8,5 баллов эта игра заслуживает, в принципе. Я не знаю, какие оценки ставили западные критики, русские критики и вообще другие критики. Но лично я, как обычный рядовой игрок, оцениваю эту игру 8,5 из 10. И в основном минусы — это иногда тупящее управление. Хотя игра сделана для джойстика, я и играл на джойстике, но все равно управление тупило. Ну и также это вот эти вот дебильнейшие, хуже их, наверное, нет мини-игр, с этим вот дебильным шариком, то есть миссии со взломом. Они настолько дебильно сделаны, и настолько их неинтересно проходить. И, мне кажется, разработчики впихали их, лишь бы было. Также игра на этом не заканчивается, мы можем играть либо за нашего альтер-эго, то есть за нашего персонажа, которого мы создали в самом начале, либо за самого Шона Уайта, это можно поменять в настройках игры. Ну, если вам вдруг нравится играть за Шона Уайта, пожалуйста, меняйте. И мы можем выполнять дополнительные задания, просто кататься по городу, ну и т.д. и т.п. В принципе, много чего можно делать еще. Повыполнять все задания, пооткрывать одежки и прочее. Ну и, наверное, пропущу вот эту вот строчку авторов. Кому интересно, кто-то может посмотреть другое прохождение по этой игре, хотя я не уверен, есть ли полное по ней прохождение. Ну и все. Поздравляем, город освобожден, и вы можете свободно кататься, выполнять испытания, искать секреты. Кроме того, вы можете выступить в роли Шона Уайта. Найдите его в разделе «Дополнительно» и развлекайтесь. Ну, собственно, вот. То есть костюм Шон Уайт. И мне кажется, если вы... Эта функция сделана специально для того, чтобы, как это так сказать, для каких-то там DLC, которые, возможно, были в этой игре, а возможно, не было, я не знаю. Собственно, вот такая вот игра. Спасибо, что оставались со мной на протяжении, скольких там, 19 серий, да? Мне очень было приятно, что кто-то меня хотя бы смотрит или смотрел, или вы сейчас можете, может быть, смотрите. Мне очень приятно, что я не просто так это делаю. Поэтому, ну, это был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Но не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Всем спасибо за просмотр и удачи! А я попытаюсь вот эту стрелочку взять. Интересно, где же ее можно взять? Сейчас найдем. Сейчас найдем. Где-то здесь? Ну да. Где же еще? Ну все. Всем пока.